Уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу. Ему 22 года, рост 182 сантиметра, вес 76 килограммов 600 граммов. Профессиональный рекорд бойца. Один бой и одна победа. Представляющий город Москву. Ярослав Емельянов! А в красном углу его соперник. Ему 25 лет, рост 183 сантиметра, вес 77 килограммов 600 граммов. Профессиональный рекорд бойца. Три боя и три победы, представляющий Севастополь, Россия. Александр Аралов! Рефери в октагоне Ирхан Шевилов. Полусредняя весовая категория. Вес до 77 килограммов. Ярослав Емельянов в синем углу, в красном Александр Аралов. Битва непобежденных спортсменов прямо сейчас. Готов? Готов? Время. Бой! Первый раунд. Пофактурнее выглядит Аралов, чуть менее Емельянов. Пошел сразу же Аралов вперед. Убирают дистанцию. Хорошее попадание от Аралова. В голову пытается он здесь добить. Нет, пока не дезориентирован. Ярослав Емельянов. И вот гильотину как бы сейчас не получил по итогу всей этой своей операции, скажем так. Там еще и боковой частично на выходе залетел. Продолжает вперед жестко атаковать Аралов. Расстреливает сейчас Александр. Емельянов попытался пройти в ноги, не получилось. Прихватывает на тайский клинч, но нет акцентированного такого жесткого попадания с колена. Да, ну так или иначе, все-таки левое колено дошло до цели и начинается борьба. С этим тоже полный порядок у Ярослава Емельянова. Еще раз отмечу, что очень долго ездил Емельянов в Дагестан. Команду Хабиба в том числе. Там 7 или 8 раз он там был. Колено в голову получил, следом еще один проходный рок под удар и выведет из равновесия, да, но вопрос, надолго ли? Так или иначе, Ярослав рубиться в стойке не очень хочет, неплохой контроль. Посмотрим, что дальше, есть еще один перевод. Навязал разборки на стиле Ярослав Емельянов. Что будет предпринимать Александр? Да, он нейтрализовал, скажем так, правую руку. Но здесь пытается вывернуться лицом, повернуться к оппоненту. Но и не упускает возможности, казалось бы, Емельянов. Хотя... И вот так вот начинает вроде бы заходить на гильотину Ярослав Емельянов. Интересно. Пытается взять там контроль. Срабатывает аккуратно, тихонько ногами. По факту гард. Мини трех минут до конца первого раунда. Выбивает здесь по голове Емельянов справа. Ну и подутихли на страсти. Все-таки стойки, все было очень опасно. Да, тяжелые плюхи летели от Александра Аралова. Но вот здесь действительно мы пока получаем такую паузу. Паузу не в плане поединка, а в плане опасных событий, которые у нас происходили, которые сопровождали этот бой. Попытка подняться со стороны Емельянова. Как здесь открыто он получает в челюсть. Там, может быть, большой амплитуды в том эпизоде не было, но так или иначе определенный урон доставлен. Освободиться здесь пока не получается. И поднимается здесь. Здорово пробивает двойку Александр Аралов. Апкик со стороны Ярослава. Треугольник не состоится. Еще один. Ух ты. Апкик. Ой-ой-ой. На колено чуть не нарывается Емельянов. И не факт, что Герихан Шабилов видел этот момент. Локти полетели. Очень опасно прячет голову Емельянов, пытаясь провести тейкдаун в одну ногу. Возможно, удар был не в голову там, а все-таки в грудь. По-моему, появилась кровь на лице. Еще удары. Еще ниже садится Емельянов. И уже за корпус здесь прихватывает Аралов. И вот здесь, скорее всего, может начаться серьезное добивание. Очень здорово отбросил ноги Александр Аралов. Изменил положение корпуса. Там есть сечка у Ярослава. Да, продолжается кровотечение. Еще один удар в голову. Чуть больше минуты.
Гвоздящий какой удар. И еще продолжает накидывать. Здесь защищается. Безальтернативно, в общем, Ярослав Емельянов. И не заканчивается поединок только потому, что... Терпит Ярослав. Какие удары летят. Все, он съедает в голову, пытается там завернуть локоть, но не очень получается. Александра Аралова, да, 40 секунд до конца, и финиш этого раунда превращается в сущий кошмар для бойца из синего угла. Более того, он сейчас может проиграть досрочно, смотрит. Все! Герихан Шибилова останавливает бой. Александр Аралов 4-0. Сохраняет он этот 0 в графе поражений. Ну а Ярослав Емельянов терпит первую неудачу в карьере. Не так много времени оставалось до конца первого раунда. И, тем не менее, все основания для остановки у Герихана были. Там еще и сечка серьезная. Приводят чувства до сих пор Ярослава Емельянова. Просто не двигается Ярослав. Ну, сейчас поднимается и посмотрим, все ли с ним в порядке. Так, пошатывается гематома, серьезная под левым глазом. В этом бою на 4 минуте 27 секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал боец в красном углу клетки Александр Аралов. Саша, поздравляю с победой! Дайте пошумим! Поздравляю с яркой победой. Теперь их у тебя 4. Какие эмоции? Спасибо. Привет, Краснодар! Все отлично. Хочу передать привет Александру Александровичу Харченко. Задача поставлена. Все выполнил. Вот. В моей команде князь Владимир, Севастополь, Вадиму Александровичу Курилу, как брат старший. Отец, спасибо большое. Еще хочу спасибо сказать бойцовскому клубу «Кузня», второй дом мой. Спасибо большое Олегу Владимировичу Перевертунову, он сейчас в Таиланде. Пацаны в NFC сейчас стрельнут завтра утром, смотрите, там будет поинтереснее, чем я сегодня показал, правда. Сегодня для Севастополя хороший день. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя ощущения именно по бою? Ты контролировал весь поединок? Да, в партере я не переживал. Я слышу угол, они нервничали. Но я почувствовал сразу физически, что там ничего не закроется, поэтому сделал для себя легкий вариант без травм. Мало ли, месяц-два опять раз не хотел вставать, да вот пальцы ломать. Ребро сломано, спина болит, после подготовки еще не отошел. Поэтому легче было вот так вот. Сколько тебе еще времени необходимо для того, чтобы восстановиться и вновь вернуться в клетку SCA Young Eagles? Дайте недельку покушать синабоны, и все, и погнали. Проблем с весогонкой не будет? Да и не, нормально. Че? Он Витя Колесник меня научит. У него спросите. Он... Тогда еще раз поздравляю себя с победой. Скорейшего возвращения в клетку!